Спереди меня дорога. Сзади меня дорога. Вот. А по бокам поля с сеном. Выглядит это вот так вот. Прикольно. Видимо, по ощущениям, прям вот-вот недавно скосили. Вот, а потом, я так понимаю, будут это все скручивать в эти в рулоны. В такие. Вот как раз они по таким полосам разделены. А вон вертолет летит. Такие вот дела. Вот. А идти мне, собственно говоря, еще прилично, ребят. Вот только что я прошел поле с сеном. Соответственно, теперь мне нужно пройти лес неимоверной красоты. Вот здесь вот почему-то в последнее время мы обнаружили вырубку какую-то делают. Может, из-за того, что здесь столбы проходят с электричеством. Вот, в общем, мне сейчас нужно потом пройти лес, потом пройти опять в поле. Ну, я думаю, следующий кадр будет такой. Вот, потом пройти нужно немного деревенской местности. Вот, а потом уже дальше будет речка, куда я иду искупаться. Вот, вчера, короче, мне искупаться не удалось, а до этого 2-3 дня я купался в озере. Было классно. Вот. А сейчас чувствую немножко это. После того, как покосил, немножечко вспотел, и следовательно необходимо освежиться. Вот. Как-то так. Блин, красота. Вот следующее поле. То есть вырубка с лесом заканчивается. Теперь мне нужно пройти вон на тот конец, вон в тот угол. Потом там начнутся домики. Деревня. Какая-то поселок. Вот. Его как пройду. Вот, потом немного останется до речки. Красиво. В общем, решил я пойти обратно, не в ту сторону, вон туда вот, обратно. Здесь мне будет быстрее. Вот. Я со своей хромой ногой не особо готов лишние маршруты нарезать. Уже устал. Не то чтобы устал, но теперь каждый лишний метр, не каждый лишний метр, но теперь подумаешь о том, что либо пойти, либо это не пойти. Ногой проблема с пальцем порезанным.
на вот эту вот опушку, сошел с поля. Вот здесь немножко попрохладнее, больше тенька. Вот, и это остается уже не так много, но еще километра где-то, наверное, 2-3 протопать. Топаем, топаем. Какая разница, сколько топать, когда такие виды. Насколько мне хватит воды, которую я с собой взял. Вот. Ау. Ау. Ну топаем. Вот куда я шел. Приговоре. Джордж! Ну и собака. Я только приехала.